Усе районы Магілёўскай области приступили до сяўбы. Ранними яровыми збожевыми засеяно 10% от потребы. Лидируют паўднёвыя районы. Сеять тут почали яшчэ на минулым тыдні. 10 дён даецца аграрыям, каб завершить сяўбу ранних збожевых культур. Потым чарга зерне бабовых и трав, что пойдут на зеленый корм. Дарэчы, сёлета занятые под их площы павялічылі. Надвор'е спрыяе, таму задача аграрыў не страціць ні хвіліны. Работы ў гаспадарках Магілёўшчыны вядуцца ўвесь светлавы дзень. На утро посеяно 16 тысяч гектар. Это почти 10% от того, что мы запланировали. В лидерах у нас южные районы области, Быховские, где посеяно около 20%. Дрыминский – один из паўночных районов Магілёўскай области. Сяўбу тут распачалі крыху пазней, аднак працуюць аператыўна і добрасумленна. Вы сами видите, какая техника работает у нас на полях. Это энергонасыщенная техника, компьютеризированная. И специалист, который работает, должен иметь соответствующую подготовку. Параллельно на палетках иде подкормка озимых. У дрыбинской господарцы Трылесина Агро озимые захавались лепш, чем у минулым годе. Коли летось не долечились 80% озимого рапсу, то эту зиму полова посева пережила поспяхова. Доля озимых у агульным караваи наибольшая, тому и увага до их великая. Чем раньше мы подкормим, чем попадем в фазу формирования именно зерна, значит, получим больше хлеба. Держава допомагає кредитами на мінеральне угнаєнні і паліва для сільськогосподарчої техніки. У свою чергу, ад аграрів потребується раціонально їх використовувати. Сьогодні спеціалісти переглядили площі, відведені під трави, ставку зробили на так званий танний білок. В першу чергу ми увеличимо зернобобові в зерновой группе до 55 тысяч гектаров или 15% от площади зерновых. Кроме того, в самой кормовой группе мы увеличим площади под однолетними травами, под однолетними травами до 90 тысяч гектаров. Это позволит получить более дешевый белок и, как вывод, более дешевую продукцию животноводства. Летось усе возворот у Магілёўскай области увяли 15,5 тысяч гектаров. Сёлета аграры так само будут працевать у гэтым накірунку. Алина Салаўёва, Александр Тарасов, Александр Артемьев, Навин регион.